Друзья, всем привет! Я выложил буквально пару дней назад видео с мамой. Вот, и вы мне начали писать в комментариях, почему у мамы такое недовольное лицо. У нее что, всегда такая мимика лица? Она даже не улыбается. Хочу вам разъяснить, почему она не улыбалась в нашей поездке. У нее очень болела нога. У нее был очень сильный ожог, если не ошибаюсь, правой ноги, подъем ноги. Ожог прошел, но все равно как бы давал о себе знать, что он был. И, конечно, это беспокоило маму. Но ничего, она ходила, все как бы нормально. Вот. Нинас. Скратихо лежу вам. Не видно вам? Он сидит. Нинас. Конечно, передвигались мы с ней. Все, она была, в принципе, довольна. И осталась довольна. Ей все нравилось. Ей все понравилось. Как в городе самом, так и в отеле. Она просто счастлива на самом деле. Несмотря на то, что она не улыбалась на камеру. Больно заорал что-то. Просто она еще не привыкла к камере. Она стесняется. Я ей говорю, улыбайся или что-нибудь говори на камеру. Она мне отвечает, что я могу сказать? Что мне нужно сейчас сказать? Вот, так что не думайте, что она такая всегда. На самом деле, мама у меня очень веселый человечек, очень позитивный. Вот. И нам очень понравилась вообще эта поездка. Мы вообще счастливые. Нинас. Оттуда приехали, остались полностью довольны. Прям нам просто все понравилось, вообще шикарно. Так что вот так вот. И сейчас вот у нее снова заболела нога, только не ожог уже, а кость большого пальца. Тоже сейчас вот лечит. Вот. Так что у нее вот проблема с ногой. Поэтому она не могла улыбаться. Как хотелось бы вам, чтобы она улыбалась, как вот так вот. Так она, конечно, не улыбалась, но она была счастлива, что она приехала в Казань, что мы жили в таком шикарном отеле, в таком шикарном номере. Вот. Так что вот так вот. Продолжаем смотреть. Не переключайтесь. Дальше будет очень интересно. Все, всех люблю, целую. Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня у нас начинается зимний уикенд в Казани. Поехали! Сейчас, друзья, 5:30 утра, и мы уже на ЖД вокзале. Ждем свой поезд, электричку. И направимся мы в сторону города Канаш. А потом мы поедем в сторону города Казань. Вот. И путь нас составит по времени где-то 5 часов. 2 часа ехать до Канаша примерно. И 3 часа с Кнаша до Казани. Вот так вот как-то. Очень хочется спать. Просто невозможно. Легли мы очень поздно, где-то во сколько, ну, в час где-то ночи. Ну, пока мы готовились, вещи собирали, примерялись, что берем, что не берем. В общем, вот так вот начинается у нас веселый зимний уикенд в Казани. Сидим, ждем поезд в таком вот теплом, уютном помещении. Много цветов. Вот раз, два,
Там еще 3-4. Еще чисто, тепло, самое главное. Вот наши вещи. Мама пошла в дамскую комнату. Наш большой чемодан стоит. Там в основном мамины вещи. Одни платья, еще раз платья, платья и туфли. Платья. Вот так вот. Поезд должен подъехать вот 6:20, наверное, да. Минут. Как-то так. Так, пойдемте. Ну что, друзья, мы уже в электричке. Направляемся в сторону города Канаш. Мама вот уселась. Помахай ручкам всем. Привет, привет, скажи. Привет передает всем. Вот, ну, в общем, в принципе, все комфортно, уютно, тепло, но очень воняет перегаром, кошмар, очень воняет. Как ехать, не знаю, просто у меня сейчас просто рефлексы начнутся, кошмар. Ладно, поедем, друзья. Друзья, купили мы билет, вон мама держит. Цена 120 рублей, короче, на одного человека. Так, продолжаем ехать. Ну что, друзья, мы уже в поезде, в электричке, едем в сторону Казани. Вот мы купили, значит, чаек. Потом мы шоколадки купили. Чай попили сейчас с шоколадками. Едем с комфортом. Здесь не пахнет ничем. Нормально все. Очень хочется спать. Очень хочется. Мама вся сонная вся сидит. В общем, как-то так. Смотрите, как красиво за окном. Все белым-белым. Холодно за окном. Вот так вот. До связи. Друзья, ну что, мы вот приехали в Казань. Мы поймали вот такси. Такси у нас Kia, джип. Вот, устали, ехали очень долго. Так, и... Вот едем по городу, покажу вам немножко город. На 3-4 дня приехали. Молодцы, молодцы. Ага. Молодцы. Надо, 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 посмотреть надо. Да. Надо. А то нигде редко бываем. Да, в этом году из Москвы приехали, из Москвы, вот ага. Со всей России. Очень много туристов были. Вот 10 дней выходные были. Ага. Вот на Новый год. Очень много были. А туристы, что... туристы. Правильно. Казань... А, потому что очень много информации о Казани. А тут у вас да, да, автобус да. Такой есть, чтобы по туристам ездить? А есть, есть, есть. Есть. Есть они это. А, подожди-ка. Зимой тоже, наверное, у нас двухэтажный автобус был открытый. Вот. Они ездят, я читал. Ездят, да. Ездят, а... ездят. Значит, ездят. Смотрите. Летом красиво, конечно, но зимой. Да, да, зимой. У нас вчера, позавчера хороший снег был, вот даже не успевали. А я говорю, мы едем, и говорю, у вас так много снега, как прям это, да, да, Финляндия. Да, да, не успевает, потому что это много. Вон, посмотрите, вот, вот. Да, да. Вон какой сугробы. Вы в Финляндии ездили, да? Были там в Финляндии? Ну, друзья рассказывали. Мам, смотри, как в Питере домики стоят, да? Мама в Питере жила много лет. В Питере я один раз, когда Союз был, приехал летом. Смотрю сейчас, я думал, у меня сейчас и сломался. Не темнит там. Я потом спрашиваю, я врачу у вас, говорю, белые это, белые ночи были тогда. Да, это июнь. Я говорю, что такое, Юра? Я думал, сейчас и сломался. Не спишь, светло. Да, 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 да. Вот, первый раз я туда, вот когда Союз был, приехал. Да, да, Питер очень красивый. Да, там... Ой, в Казани первый, так интересно. А вы первый раз, да, Казани? Да, я. Первый раз. Да. А что так, рядом живем же, недалеко живете. Рядом живем, и вот первый раз. Да, 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 времени тут. Здесь да. Свобода надо, время надо. Это точно. Мам, смотри, какие улицы такие узкие, как будто вот... Это старый город у нас. Вообще красиво. Это старый город. Новый город, где вот ривьера, аквапарк, через река Казанка. Mm-hmm. Вот, вот Кремль видно. Mm-hmm. Мы ехали, видели там, да. Да, да, вот сходите, Кремль тоже очень красивый. Обязательно. Вот здесь ночной канал, дни. Вот посмотрите, ребят, вот канал, здесь вода, где там фонтаны. Все, здесь 7 мостов, вот такие мостов.
И так все говорят, в Питере как похоже. Я говорю, как Питер. Сразу, когда вот вышли, как да, вот да, да. Домики такие пошли. Вот это левый булочник, вот она, в Питер похоже, вот она. Угу. Вот, вот здесь. Да, вон видно, да. Вон цирк наш. И в цирк пойдем тоже обязательно. Надо, еще надо, сходим, надо. Еще куда-то хотели сходить. В цирк надо сходить обязательно. Потом вот Кремль. Вот это Арбат наш, сейчас покажу. Арбат пешеход ходит. Вообще улица Баумана. Вообще шикарно. Вот она, туда-сюда она идет. Вот эта улица, вот она. Вот это. Вот посмотрите. По вот этой улице тоже вот пойдем. Арбат московский, говорят. Это казанский. Ну как Москва. Ну Москва длинная, но у нас короткая она. Mm-hmm. Километр, наверное, всего. Достаточно, хватит. Да, да, хватает. Чтоб не замерзнуть. Хватает. Вот эта улица раньше Ленина была. Сейчас Кремлевский переименовали. Mm-hmm. Ленина стал. Ну красиво. Дома, конечно, вон богатые. Это да. Богатые. У нас дома. Вот Кремль. Вон Кушарев мечет. Да, классно. Да, вот, сходите. Вы на Пардоне, да? На 4 ночи. О, тогда вы и успеваете. Мы все, весь Казань просмотрим. Да. И ночной, и дневной. Да. С утра начнем целый день. Да, Раевский монастырь съездите. Сверский остров, очень красивый у нас. А вот а где находится казанская икона? Она в Казани находится? В Казани, вообще? Да, Казани. Самое главное вот. Да, в Казани находится. Тоже на... В Кремле, наверное, там в Кремле же церковь есть тоже там. А-а-а. Там тоже. Там и мечеть есть в одном это. И храм есть. Понятно. Будем все смотреть. Гулять будем по полной. Надо. Раз приехали, надо. Да. Надо потом татарские усадьбы съездить, там где Озеро. А, да, там хороший ресторан. Да, Озеро Кабан, там вкусно, татарские блюда, попробуйте. Это я знаю, вы читали. Да, вот туда сходите, где вот Озеро Кабан, где за театр у нас, татарский театр, вот туда направо. Машин много, смотрю, у вас. Это мало еще. Мало? Утром, когда сейчас пик. Когда сейчас пробка. Сейчас время еще нормальное. 11. Рабочее время. Ну да, кстати. Утром вечером у нас. Извините. Ладно, всего доброго, пока. До встречи, пока, Лена. Я в Москве, вот когда уезжал пару дней назад из Москвы, выезжал, у нас морозы, было да? так холодно, у нас машины не заводились, ничего не работало, двери металлические свистят от холода, остановка вот так вот дребезжит, др-др-др-др-др делает. Были морозы, были. Вообще по, вот по радио говорят, по телевизору говорят. Конкретные, просто. Ой-ой, вот нынче. Очень прям да. жутко. Еще, наверное, вот Крещинский морозы будет еще. Может. Да, Крещинский, они как всегда так холодно бывает, Крещинский морозы. Да, конечно, Казань вообще. Вот только едем и сразу вот можно сказать, что... Казань, да. Последний вот это у нас универсиада хорошо помог. Да. Дорога, развязка, дома. Это ремонтировали, реставрировали. Конечно, это же это самый красивый город тоже. Это третий, самый красивый город на третьем месте Казани. Да. Вот третья столица дали нам. Да. Вот Москва, северная столица да. Питер, Казань. Вот. Это точно, правда. Мам, наша гостиница, смотри. Да, вот как просто. Мы там будем обедать и ужинать там на верхнем этаже. Да. Православная церковь есть. Вы в Москве живете, да, сами? Да, 8 лет там. О-о-о. Все, в отпуске приехали, да? Хорошо, молодцы. Мам, смотри, какой отель шикарный. Это шикарный, это хороший. У нас такой большой номер. О-о-о.
большой. Дорого, наверное, стоит. Да, недешево. Недешево, наверное. Там, там завтрак, наверное, у вас еще. Не, не включен. А так номер, вот, например, сколько стоит на 4 дня у вас? 22 тысячи. Ой-ой. Дорогой. Это да. Когда надо работать. Да, 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 да. Чтобы накопить. Да. Брали целый месяц гостиницу. Дешевле не было, что ли? Ну, просто хотелось, там есть было, но там условия, там или бассейна нет, или там еще что. Да, здесь все условия есть, да, да. А тут торговый центр сразу есть, да, внутри, да, да, и да. Эти развлечения различные, там все есть. Да, и куда здесь... ходить не надо. Да, да. Просто встал и иди сразу. Да, 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 здесь, сюда. Здесь все, все есть. Здесь все. Вот так вот. Красивое здание, мам, посмотри, зеленое. Ага, старинные дома. Старинные дома. Старый город у нас. Вот здесь река Казанка, вот машины едут, там мост смотрит, миллениум. И вот уже, ну, там за это, там новый микрорайон там. Новый микрорайон там, где Ривьера, где аквапарк. Ривьера тоже видел, да. Вот, да. Сходите в Ривьера тоже купаться, там хорошо, сходите. Высокий у нас. Со всей России приезжать. Это там. Да, это самое лучшее, говорят. Да, 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 даже москвичи приезжают. Да, да. Я не ожидал, что он такой реально большой. Большой. Фотографии, видео видел, но я не думал, что такой большой. Так, друзья, ладно, выключаюсь на секунду. Корстон. Место, где встречаются те, кто держит руку на пульсе времени. Корстон. Город с лучшими видами на жизнь. Корстон. Мир распахнул объятия. Город развлечений ждет. Так, итак, друзья, мы заселились в номер. Только-только вот заселились. Вот, посмотрите, туалет с ванной совместно. Так, здесь вот ванна, полотенце вот, куча, привет всем. Так, здесь вот туалет. Так, пойдемте дальше, аж куртки висят, зеркало вот какое красивое, большое, мой халат лежит. А это вот номер, посмотрите, какой красивый. Мам, помахай, всем привет, скажи. Мама отдыхает. Такой вот шикарный номер. Там вот какая-то передача идет. Здесь, значит, бар. А это вот вид из окна. В общем, мы рады. Мам, мы рады, да? Так, а сейчас мы будем искать место, где поесть, да? Ну что, друзья, заказал две пиццы, одна пицца. Цезарь называется, одна какая-то мясная. Сейчас жду заказ. Перекусим. Я помоюсь. И тоже будем ложиться спать. Мама, правда, уже спит. Но она так, просто дремлет. Вот, как-то так. Сегодня уже никуда не поедем. Очень устали просто. А завтра с утра уже пойдем по экскурсиям. Вот так вот. Друзья, я уже помылся, как видите. Сейчас буду бриться. Хотел побриться. Бритва села. Хочу рассказать вам про кровати. Они такие мягкие. Просто прям шикарные кровати. Широкие. Все круто. Все классно. Вообще супер. Мама спит. Я жду заказ.
Вот. Так, ладненько. Так, друзья, пришел мой заказ. Это вот картошка по-деревенски. Это соусы. Тоже картошка по-деревенски. Это пицца вот мясная какая-то. Очень вкусная, ароматная, прям просто. Это моя пицца. Вот, будем сейчас обедать. Ладно, давайте.